Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас на столе блок иммобилайзера и блок управления двигателем от Suzuki Vitara. Прислали нам подписчики с Камчатки. Произошла рассинхронизация. Пара очень редкая. Железный иммобилайзер 24C01 и блок Mitsubishi 24C04. Обычно на Витаре стоит связка вот такая. То есть вот такой иммобилайзер желтый. Блок Mitsubishi также стоит. И в блоке управления двигателем 24C04. Собственно говоря, как и у нас. Но у нас иммобилайзер стоит вот такой. Металлический. Поэтому очень редкая пара. Распиновочку мы сделали. На столе все это подключили. Выполнили синхронизацию. И сейчас будем запускать. Вот ваш блок. Вот иммобилайзер. Это лампочка иммобилайзера. Так, это здесь ключи у нас. Значит, первый, четвертый, второй, третий. Искра. Форсунки зеленые. Сначала давайте без ключа попробуем включить. Лампочка ему мигает. И, соответственно, только бензонасос работает. Ни катушки, ни форсунки, ничего не работает. Так, теперь подсовываем ключ. Включаем зажигание. Лампа ему не мигает. И включаем обороты. Все, катушки, форсунки, все работает. Давайте второй ключ. Не мигает тоже, нормально. Поехали со вторым ключом. Второй ключ тоже работает. Работа выполнена, выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего, много интересной работы, много хороших клиентов, а самое главное, крепкого здоровья.